Предприятия оборонно-промышленного комплекса в перспективе должны выпускать не менее 50% продукции гражданского назначения. Как заводы республики будут реализовывать эти планы, обсуждалось на встрече руководителей предприятий с главой Чувашии. Задачу сосредоточиться на диверсификации поставил президент страны. По прогнозам, через 3 года доля государственного оборонного заказа начнет снижаться. Свободные ниши должны занять все другие разработки. Большинство оборонных предприятий республики уже реализуют проекты для гражданской промышленности. И заводам под силу нарастить свой потенциал, отметил глава региона. На самом деле даете хорошие результаты, обетами соответствующей статистики. Вы, участвуя на разных конкурсах, в этой конкурентной среде выигрываете. Почему? С одной стороны, как бы цена и качество, если взять параметры, на что вы акцент делаете. Но с другой стороны, к вам огромное доверие и уважение со стороны государственных заказчиков, потому что выполняете все те обязательства, которые берете на себя. Когда нужно, соответственно, трудовые коллективы работают и выходные дни, когда нужно, в круглосуточном режиме работают, увеличиваете уровень заработной платы своим работникам. Это тоже значимо для нас. По прошлому году составил 32 232 рубля. В прошлом году большинство оборонных предприятий сработали с плюсом. 6 заводов республики заключили более 1000 контрактов на сумму 20 миллиардов рублей.